В Сарове всероссийская акция «Ночь в музее» проходит с 2009 года. И каждый раз это особенный праздник для города, когда многие культурные учреждения, музеи, библиотеки, галереи работают весь вечер и до полуночи. Горожане могут увидеть новые экспозиции, поучаствовать в работе интерактивных площадок и мастер-классов. Тема «Ночи в музее 2024» – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Горожан ждет обширная программа. Первыми примут эстафету 18.00, Военно-историческое общество 1945 и выставка автомототехники, которая расположена на территории торгового парка АСС. С 19.00 свои двери откроют городской музей, художественная галерея, художественный салон, музей народной игрушки. Волонтеры Центра «Радость моя» организуют благотворительный праздник «Белый цветок» около культурно-просветительского центра Саровского благочиния. В программе разнообразные мастер-классы, чаепития, гитарник у костра, выставка семейных фотографий. Впервые свои двери распахнет музей духовно-научного центра монастыря. В художественной галерее девиз вечера – «Сад впечатлений». В 19 часов там пройдет открытие выставки московских художников «В моем саду». А в 20 часов зрителям представят еще одну выставку саровских мастеров «Море цветов». У нас в этом году 11 творческих мастерских, которые каждый час будут меняться, которые будут идти в параллели друг с другом. И начинаем мы, конечно, заниматься с малышами с самых первых минут ночи музеев в 7 часов. И в каждое 00 меняется состав, меняется мастерская и меняется и возраст участников. На все детские творческие мастерские нужна предварительная запись. Также для гостей подготовили игровую поляну, викторины и кинопоказы. Городской музей встретит саровчан концертом учащихся детской школы искусств. Будет выступление военного духового оркестра, концерты учащихся наших детских школ искусств и их преподавателей, игровые площадки для детей, игры, викторины, экскурсии. Полной программой, она постоянно меняется, у нас обновляется, можно ознакомиться на сайте Арт-Саров, в социальных сетях и на официальном сайте городского музея. Также к акции «Ночь в музее» по традиции присоединятся библиотека имени Маяковского и музей военно-морской славы. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.